Ребята, всем привет, вы на канале Никита ТВ Геймс, мы сегодня играем в Hills of Steels, будем с вами сегодня пополнять самоцветы, потому что у меня еще нету двух легендарных танчиков, нету конговца и нету самого, наверное, самого, ребята, крутого танчика, это Кракена. И, кстати, я, ребята, еще до конца, как оказывается, не прокачал осадный танчик, поэтому давайте здесь еще немножко докупим. В принципе, по идее, мы сейчас можем уже осадный танчик с вами качнуть. Так, ну смотрим. У нас самоцветная мания. Давайте самоцветную манию выберем и посмотрим на осадный танчик. У меня 13 уровень. Мы можем качнуть, ребята. До 14 качнули и еще не хватает все-таки немножко карт, чтобы до конца уже добить этот танчик. Так же. Мы будем каким танчиком сегодня играть? Наверное, видите, ребята, у меня танки закрыты. Что, может, скорпиончика возьмем? Смотрим, мы можем 50 самоцветов вырвать. Это уже будет неплохо, у меня станет уже тогда почти 400. Но главное нам все эти испытания пройти. Будем сейчас максимально быстро, быстро все это дело проходить. Так, поехали. Вспомнить бы управление, что мы здесь хвостом можем махать. Опа! Я случайно скинул авиаудар. Даже не покоцал. Ну, это кобрачка, в принципе, это кобрачка. Мы ее и хвостом уработаем. Но как-то быстро. Быстро, очень легко начинаем. У нас 15 этапов, получается. Один прошли, опять кобрачка. Почему такие слабые танчики? Кидайте. Лучше кидайте мне Кракена. Кстати, я ни разу, ребята, с Кракеном пока еще не сражался. Ой-ой-ой-ой-ой. Попал. Хорошо, попал. Один раз попал. Главное, отходим. Отходим от этого авиаудара, чтобы нас он не зацепил. Так, поехали. Следующая у нас третья битва. Так, ох, соперники уже становятся посильнее. Катюша. Что мы сделаем? Сначала скинем авиаудар. Я могу здесь встать? Нет. Все, сбросил авиаудар. И сразу хвостякой. Хвостякой, немножко кислоты. И иди отсюда. Я кислоту докину. Доброшу туда кислоту. Да, добросил кислоту. Но вот это, в этом и опасность. В этом, ребята, и опасность. Таких больших танчиков, типа, как скорпион. Потому что Катюша будет всегда в него попадать. Смотрите, какой он высокий. Здесь надо тоже аккуратно. Надо сразу подходить и выносить. Так, Тесла. Может, авиаударом Теслу вынесем? И хвостиком добьем. Ладно, добьем кислоткой. Давайте туда кислоты. Кислоты в Теслочку подкинули. Хорошо, можно поменять авиаудар. Как-то он мне не очень нравится. Давайте заменим. Как у нас есть еще усилители? Есть пила. Пилу можно качнуть. Силовой щит. Напалм. И быстрая перезарядка. Но у меня здесь самый сильный авиаудар. Пила 5 уровень. Давайте, ладно, давайте возьмем напалм. Возьмем напалм, вроде бы. Тоже неплохое. Неплохой такой усилитель, неплохая пассивка. Ну, поехали. Так, жнец. Вот здесь он нас может расстрелять, в принципе. Может спокойно покромсать. Давайте я буду проверять, где он там идет. Напалма. Хорош, мы его подожгли, ребята, подожгли. Смотрите, как он меня гасит. Расстреливает. Я ничего не могу ему сделать. Хвостом. Давай. Есть, ну мы ели. Мы еле-еле его победили. Ё-моё, короче, жнец, походу, самый опасный для скорпиона. Так, я против арахнида. Тоже опасный танчик. И казалось бы, мы попали напалмом, а толку? Так, вот он. Я сразу. Сразу. Я его поджег. Кислотой. Добиваем кислотой. Ладно, надо подходить, ребята. Подходить и хвостиком. Так, ну окей, поехали. Опять жнец, но он с пилой. Он с пилой, значит, уже ничего не сбросит. Опасного на нас. Давайте я буду его встречаю. Напалм. Давай, догори ты уже, поджигай его. В принципе, я могу отсюда стоять издалека его стрелять. Хорошо, подбили. Спокойно. Не напрягаясь, мы его вынесли. Может поменять танчик?
Ну как, не хочется рисковать, пока скорпион нормально себя показывает. Кобра! Ну, кобру, я думаю, мы вынесем очень быстро. Сейчас мы что сделаем? Скинем напалм! Ой. Ой. Я вообще ничего не могу отнять кобре. Кобра, ты что? Это какая-то супер крутая кобра. Короче, я, ребята, походу, проиграл. Капец. Кобра. И мы не смогли ее вынести. А что это за такая кобра? Мне это не нравится. Так, арахнит. Ё-моё. Какие-то танчики становятся посильнее. У них брони становится побольше. Урон побольше. Так, я начинаю. Наверное, плохо начал. Давайте. Короче, мы просто перестреливаемся, ребята. Перестреливаемся. Я отбиваю его патроны. Он отбивает мою кислоту. Ну, не, нормально. Нормально прокатило. Какая-то у нас восьмая катка. Ух ты, Катюша. Поехали. Мы сейчас это Катюша покажем, где раки зимуют. Ой, напал. Напал. Я не попал. Давайте туда за бугор. За бугор. Кидаем. Ага, ракетками. Она хочет меня ракетками такая уже достать. Так, ну нормально. Я туда вроде подкидываю. Короче. Как? Как нам один одного достать? Ага. На, получай. Фу. Ну, как-то все опаснее и опаснее. Так, ну поехали дальше. У меня пока минус одна жизнь. Титан. Не люблю я. Не люблю я титанчики. Уже очень опасный титанчик. Так. Надо нащупать. Где он там? Идет, не идет? Да, идет. Значит, мы что? Хвостик. Хвостик. Фу. Ну как-то... Как-то долго мы этого титана мочили. Можно было, в принципе, и побыстрее уничтожить. Либо он был просто бронированный. Так, нет, опять жнец. Ё-моё. Хотя меня кобра вынесла. Так, проверочка. Где он там? Ой, вот он. Он уже подъехал к нам. Подожгли, подожгли, ребята. Нет, 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 нет. Не надо, чувак, ты что творишь? Пожалуйста. Он вынес меня, ребята, все, мне осталась последняя жизнь. Ё-моё. 50 самоцветов, я чувствую, пройдет мимо меня. Надо что? Надо срочно, ребята, менять танчик. Нет у меня этих легендарок крутых. Поэтому что остается? Остается, да, ребята. Только арахнит. Фу, ну что, поехали, пытаемся. Надо чуть-чуть. Как-то чуть-чуть потерпеть, чтобы... Дойти до 50 самоцветов. Так, моя цель просто выбить. Собрать самоцветы и открыть легендарный ящик. Так, поехали. Ага, он хотел на меня сбросить авиаудар, я ему покажу. Так, ну что? Будет на меня нападать? Да, он нападает на меня. Вообще ничего не боится. Ах, попал. Ладно, иду в атаку. Промазал. Да ё-моё, поднимай немножко ствол. Капец, он мелкий. Какой мелкий противный танчик. Ё-моё, я мог его вообще не вынести. Так, ладно, такие мелкие танчики вообще не люблю. Ну что там следующее? Опять Катюша. Главное нормально впекти ракетками. Где она там, Катюша? Вот она едет! Ой, ой-ой-ой. Я не знаю, где она. Вот она, вот она, вот Катюшка. Иди сюда, хорошо. С ней нормально мы разобрались. Так, 12-я катка. А, прошли 12-ю катку. Сейчас что, 13? Ух ты, Атлас! Атлас еще и невидимый. Но он, в принципе, высокий. Я могу всю свою пачку. Где он? Да ё-моё. Да вот он идет. Он, ребята, идет. С кучей своих ракет.
Хорошее попадание. Ой-ой-ой. Напряжение возрастает. Мне нужны самоцветы. Так, жнец. Вроде локация коротенькая. Надо сразу, наверное, сбрасывать авиаудар. Да, я сразу сбросил. Но он не достает, да? Хорош. Выбил меня. Я хорошую позицию взял. Пониже его стал, и он меня не достал. Так, ребята, ну что, это финалочка? По идее. Опять этот маленький танчик. Джокер, я не хочу с тобой сражаться. Как-то надо... Да быстро! Проскочил! Он проскочил мимо моих авиаударов. Короче, я буду его ждать. Просто буду ждать. Есть! Неужели мы прошли самоцветную манию? Фу, забираем, ребята. 20 самоцветиков. 10 самоцветиков. И еще 50. Отлично. Так, ну давайте мелкие эти сундучки пооткрываем. Так, о, хорошо для арахнида. Ой, для осадного танчика. Так, и вот давайте побольше сундучок возьмем. Так, и еще мы для осадного танчика 69 карт. Так, ну все. Все награды мы забрали. А что дальше нам даст? Будем играть, будем просто подниматься в таблице. Я думаю, нам тут ничего не светит. Либо надо очень много играть. Так, ну что, ребята, у меня 424 получается самоцвета. Нам надо выбивать легендарный сундук. А легендарный сундучок... Сколько стоит легендарный сундучок? 480, ё-моё. Не хватает. Буду, ребята, дальше самоцветы собирать для того, чтобы потом открыть легендарный сундук. Один легендарный сундук в надежде выбить какой-нибудь из этих крутых легендарных танчиков. Ну что, на этом все. С вами был Никит, ребята. Подписывайтесь, ставьте лайки. До скорого. Пока-пока.